пора домой. Как сладок был голос твой. Пора домой. Вези меня, водитель мой. Пора домой. Как жаль, что ты сегодня не мой. Мне пора домой. Вези меня, мой золотой. Там, где я был, так долго не было света. Я оставался один на чужих берегах. Мое солнце не здесь, оно просто прячется где-то. Но каждый новый мой шаг будет шагом в его лучах. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви. Разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама, под небом другим остывать будут только наши следы. А где весна за снегами легко скользила ко мне? Седыми косами древних ветров становились мечты о тебе. В моей памяти снег, снег, в моем сердце память о птицах. Что останется нам, кроме капель воды на ресницах? Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви. Разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы. Под облаками душные сумерки. Что будет дальше, точно не знаю. Я вспоминаю лишь твои руки. Ты далеко, ты так далеко. Мне звать тебя не с руки. Я так давно сам себя забываю. Но все-таки, все-таки. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы. Такая же, как ты, а ты такой же, как я. Кому и что ты хочешь?
доказать. Раз, два, пять. Раз, два, пять. Я не пять, я умею верить и ждать, ломать. Ну чё тут за выход в финал, Айнуха? Начало стандартное. Так, микрофон я включил. Так. Передаю привет чатику Юлии Косы. О. Так, у Бейза пушки нету. Просто не дает ничего, пидор. Взять немецкий. Рейл забрал бейс, молодец. Беги, блядь. Дотянулся все-таки пятками, блядь. Шафта. Хорошо. Хорош. Главное не нервничать, Сашка. Самое главное, Килсон на первый фраг взять. Забираешь первый фраг, и Килсон просто тлеет, ёпта, на глазах. Джамп. Хорошо, желтую забрал. И по низу пошел. Не надо, не ловись. Пизда. Надо было добивать Килсона. До первого фрага с Килсоном. Если он набирает первый фраг, он начинает более агрессивно играть. Если он проебывает первый фраг, то у него полная жопа. Бейс терпит уже 3 минуты. Нормально слышно, напишите там. Все чики-пури. Да, проебал первый фраг я. Попадают ракеты. 5 хп оставил, молодец. Чуть-чуть не хватит. 5 опять. Два раза по 5. Ну, полная. Надо сражаться за мел. Ой. Ой, хорошо такое, блядь. Три фрага. Хилсу, но сложно отыгрывать фраги. Он отстреливается, пидор. Блин, 40-40 все. Ну тут
маленький разрыв, за 5 минут всего 3 фрага сделал. Не знаю, что дальше. Все, что будет. Ну, а, Рейли. Рейли. А я ну, а Рейли, пизда. Я говорил. Надо давать фраг первый, начинает рейлить. Его надо рейлить, только рейлить, чтобы выиграть. По ответу ему рейлган не попадаешь, все, начинает попадать еще больше тебя. Дать 0. 4 минуты. Ну тут отсос Петрович, походу. Да, все, все, фрагбейт сдаешь. Без шансов. А карты какие там? Т7 ZN, Т7 Aero, QRBF. То есть, если сейчас вот эту Т7 Base проигрывает, то Aero он тоже проебет и будет по картам 3-0. Так что сейчас тащить надо как никогда. Уж. На Т7. Ой, блядь. Да завтра хуесос. Лаги. Сразу на рейд появился. Войнуха за фарткрафт будет очень жестоко через 5 секунд. Результат минус 200. Пятьдесят хп там. 70. Блять, ну что ты это сделала? Самое главное, килл на первый фраг. Ёбаный первый фраг. На, минус 100. Как вот от этой ракеты нельзя было увернуться? Хуй. Сашка, только рейлом ему надо, только рейлом. С ракеты, с килсом мы не канаем. Чтобы он опустил руки, надо рейлом тыркать, тыркать пидора немецкого. На. Еще раз. Не надо, блять, 10, добей чем-нибудь там нахуй, руками там. Перец сзади, да? Фу-фу, халява. Все, пошла жара. Только рейлган надо было забирать этот. Вот, он начинает ракатить. Потому что он не может без контроля играть, он будет лезть, лезть, блять. Я не пошел на мегу. И сейчас будет опять лезть, атаковать. Смотрим. Вот он, за рейлом сразу. Ух.
Ой, рука, блядь, задрожала, там просто пиздец. Все, добить. Добить изо всех сил. Все. Первый фраг делаешь, накиллс на нее начинает плавиться, просто плавиться. Попасть трейл. Ничего страшного, только не лезь сюда. Блять, иди тихо, не надо вот здесь воевать. На. На. Шахтиком, блять. Да шахтиком, сука, трипом барыла. Че-то три пропустил. Просто так три дела пропустил. Хорошо. Ой, вообще везет. Респаун повезло. Смотрим, уже руки дрожат, все, уже падает. Ого, блин, блядь, ебучий. Ого, блин. 3-1. Ждем красную. Так, сейчас будет 1-1 по картам, но аэробейс проебет, будет 2-1 по картам. А это он выиграет точно, потому что в начале он отошел киллсом. Шап надо пополнить и ворваться на красную, блядь. Зачем ты это делаешь, блядь? Красную одна. В спину нахуй. Не надо. Сейчас сдохнет на красном. Хорошо, 20. Но зачем вот это надо было, блять, заходить в этот ебаный телепорт? Сейчас можно еще и проиграть эту игру. А этот будет давить сейчас. Я на. 5-минут warning. Терпи, бля. Так, хорошо. Беги, пизда. Это еще не появлялся. Там рейлган валяется. И уходить надо отсюда. Нахуй, беги. Вообще армора нет, все зациклено. Сейчас можно просто пиздить мел. За 4 секунды не добежит. До меги. Попал, нет еще? Не попал, пронесло. Пизда сейчас будет. Пойди куда. 4 минуты, 2 фрага, блядь. Если они сделают, то все пизда. Можно прощаться. Сашка. На. Блядь. Вообще армора нет. Нет его. Здесь еще килл. Хп 20 армора. Не знаю, как будет терпеть. Красный, вот сейчас спизди красный. Хорошо, халява, изи карта, пошла жара, дальше играем.
150 армора быстро жрал. Можно отбиваться. Это потерял с контролем. Так, еще один ролган попадает, они равные. Не надо только ворваться на красный. Хорошо. Еще один нам попал. Только армор надо жрать в это время. Быть. Хотя бы полкини. Молодец. Ракет нету базы. 6. Можно отбиться, в принципе. 2 минуты терпи. Все по кругу появляется. Оно внизу, да, был все это? Нет, сверху. Ползем, ползем, ползем. 1,5 минуты, бейс. 1,5. Хорошо. Нет! Сука! Минута. Минуту держаться, мам. Минуту. Крути. Крути шаг-баранку, маг. Нет. Бонус по коркам. Это точно. Блять, вот этот красный надо было забирать любым способом. Это пизда. Айрон проебет. Бейс. 100%. То есть, если на этой карте не выигрывает, то все. Пропало. Сейчас надо просто подлететь тоска. Драться за красный, за следующий надо. Просто надо выбивать следующий красный. Похуй на ранган. Мочаться за ранганом надо идти. И на мегу драться. За мегу надо драться. Хотя бы ралган попасть на меги. За этот красный надо драться. Но зачем ты, блядь? Делаешь нахуй. Сейчас он его подкрысит. Это очень важная карта. И врыв пошел, стандарт. Вот третий раз подряд он так делает. Третий раз подряд. Одно и то же. Падает вот так сверху, сначала сюда. Хорошо, минус тоже. Воевать, воевать так за мегу. Боюсь за мегу, пожалуйста. Нет, блядь. Попасть. Вот это шансы! 6 хп, не врыв пошел. Сашка, давай. Убиваю. Убиваю главного урода. Хорош, блядь, хорош. Сюрприз, мазафак. Там, 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 там,
О, блядь, все, просто задушил змея. Ну все. Сейчас размен пойдет. Бега, красный. Оп. Шафта нет, на шафте можно стоять и рейлить. Паскуду тварь. Только бейс опять зажимается и дает шанс. Зачем это надо делать? Зачем ты это делаешь? 200 армора уже нажрал. Блядь. Опять шансы эти. Зачем вообще? Сейчас. Руки, блядь, руки, ножницы там вообще просто ходуном ходили. Килсон. Как будто у него Женя, как у меня, вот этот Logitech, точнее. Две минуты 20 секунд. Два фрага 20 секунд. Беги! Победа! Ну тут, на этой карте, тут понятно, то что бейс уже смирился. Сейчас будет 2-1 по картам в пользу Килсона, потому что бейс аэро не умеет играть вообще никак. Агент фпсов прибавить. Каких нахуй фпсов? О чем ты? И другие люди, не поддавайтесь суете. Он хочет FPS, ну давай, плати мне там сколько, 10 баксов или сколько она там стоит, эта хуйня покупная. Или 20. Но бейс очень расстроился, что проиграл в ДМ. Стол просто. Бля, вот таких надо нахуй кикать, бля. Бана.
чтобы они вообще не доходили, но чтобы они не знали, что такое квалиф, когда играет в турнир кто-то. Вот эти сейфы, блять, мраки нахуй. Или сумраки, как их там. Вы, блядь, заходите, какие хуй, блядь, ты проигрываешь еще там под пес блядь, какой. Блядь, давай, ёпта, ходи, гаси его. Стандартная хуйня. У Рафа все дефолтное, блядь. Вчера посмотрел, как он стримит. Там просто пиздос. Так, ладно, нормально спал. Только пушек нет. Шотган один, блядь. И изначально бейс забился в угол. А вот здесь Тилкс начинает релганить по-жесткому. Сейчас Райл заберет и пойдет на красный. Оп. Попадает еще релган. Не попадает. Второй попал. Так, у бейса появились пушки. На больше всего армора там века. Хорошо держать, держать его шафтом, шафтом, ну, блять, подерись не бей. Хорошо, добей шафтом. Почему, блять, пиздец, три ралгана попал, стал драться за это, добивать. Хорошо, четвертый, пятый ралган. Здесь надо врываться, убивать. Сука. Рисковал, рисковал. Но это будет давить сейчас, потому что он не может играть без контроля вообще никак. То есть либо он контролит, и игра медленная такая, либо он контролит, и его пиздит, и игра быстрая, и будет такая. Забирай красный бейс пока. Здесь добей мощной. За мигой надо идти. Блять. Пизду. Пизду. Просто очень плохо сейчас сыграл. Попал два ралгана, знаешь, человек щит, и он идет за красным. 20 хп. Больно. Очень больно, блядь. Забирай мигу, пока он там утонулся. Попал ракету, сука. Блю, промах обидный. Руки, руки, ножницы. Смотрите на руки на него. Смотрите на руки. Рука вообще задрожит, там влево-вправо пойдет. Хорошо. И сейчас спокойно надо выйти на мегу. Спокойно шафтить миги.
Не попал. Хорошо. Забирать красную и... Блядь, почему ты не забыл красную? Хорошо, 40 сил, он не будет драться. Толпай. Врысь на мегу. Сашка, врысь шахтом на мегу. 5, блядь, попадание. Кинула ракета. 12 хп. Аптеки появились. Блядь. Все, сейчас было при контроле. На мегу глазкинул с ракетой. Размонцовывался. Ой, закрутил. Халява. 50 хп. Хорошо, еще раз. Более отлично, еще один надо. Выдержал, сука. Врывайся на мигу, пожалуйста. Девять, 10-6 сейчас будет. Сука, ебучая. 20 хп. Один руган. Попасть. Один. Аптек не будет. Он будет прорываться вот затем 25-кой. Сука. Был шанс выиграть, но теперь уже без видос. Четвертую карту. Воевать надо. Двенадцать, нормально, сейчас мегу надо забрать. Спокойнее, сука. Блять, забери мегу. Опять будет прорваться со своей аптекой. Он прям был тут, сука. Минус 100. Вот, хорошо. Я чихуел, что размен. И аптеки появились. Рот ебал. Либо 3-1, либо 2-2. Сейчас будет. Сейчас не помню, какая карта. Но Бейс знал, что проиграет Тайер. Но все равно.
Тур. Хороший пик для Бейза. Алло. Алло. Тебя не слышно. А, о, все, все, я. Алло, алло, алло. Здорово. Здорово. Слушай, ну что не так-то, я не пойму. Да ты, блядь, мандражируешь. И ты как бы вообще зажался. Хули ты зажался? Ну я на Эро играл аркадно. Да какой ты аркадно играл? Особенно на Т7, пиздец ты там зажался вообще. И ты в конце ты его пизданул на Т7. И то есть у тебя еще два фрага преимущества и контроль, и ты опять зажался на шафте. Нахуй надо. Короче, блять. Просто надо рейлить его. Два рейла попадаешь, и надо шафтом добивать. Ты на Т7 попадаешь три рейлгана, и опять пытаешься рейлганом добить. И он тебе там 4 в ответ попал, и потом еще добил. Я думал, все, пизда на Т7. Короче, просто рейл его и шафтом. Рейл, шафтом. Да я пытаюсь его рейлить, он все равно это. Не знаю, на джоре тяжело его прорейлить. Ну да, но сам, я же тебе говорю, самое главное первый фраг ему не отдавать. Он, значит, он без контроля начинает агрессивничать. И он без контроля не умеет играть. То есть он не умеет зажиматься без контроля. Да я заебался контроль отдавать, понимаешь? Я понимаю, ты вначале пыхти, ёпта, за первый фраг, бля. Ладно. Хорошо. Спасибо. Давай попробуем. Давай.